Добрый день, друзья! Не так давно мы с вами говорили о воде, которой мы поливаем наши орхидеи. И мы затронули только небольшую часть этого вопроса. Я вам обещала рассказать свое мнение о поливе дождевой водой и снеговой водой, то есть водой, получаемой из талого снега. В нашем регионе, ну даже не в регионе, а в нашем городе снег и дождь – это очень редкие явления. Но дождь еще бывает осенью и весной, а вот снег – это для нас праздник и радость, когда выпадает снег. И то он выпадает нечасто и не очень большой снежный покров. Но в принципе и дождь, и снег – это просто разные состояния воды. И согласитесь со мной, что, живя в пятиэтажном доме, собирать где-то дождевую воду – это просто невозможно. Поэтому я ее никогда не использовала. Но так как я живо интересуюсь экологией нашей планеты, я вам просто расскажу, ну какая же может быть вода, особенно дождевая и снежная. Конечно, вы можете использовать любую воду, которая вам доступна. Но для того, чтобы использовать дождевую воду, нужно знать просто некоторые нюансы экологического состояния нашей планеты. Давайте вспомним 50-е годы прошлого столетия, когда у нас не было никаких космических кораблей. Мы не запускали в космос спутники. И тогда наша атмосфера не испытывала такого загрязнение даже не тогда, когда сама летает эта ракета или спутник, а при запуске используется очень токсичное топливо. Естественно, оно попадает и в атмосферу, и в, ну, не само топливо, а продукты его горения. Не летало столько самолетов, которые тоже, конечно, ну, не сбрасывают топливо, а именно продукты горения. Например, когда у ракеты отлетает ступень, при подъеме космической ракеты есть там ступени, которые вот мы в 60-е годы, когда запускались первые космические корабли, каждый полет это был каким-то, не знаю, праздником. Вот это продувка один, там старт, там что-то там на дренаж, я уже не помню, как были эти команды. Мы смотрели за каждой этой командой, и взлетает ракета там. И вот там отошла первая ступень, вторая ступень. Ракета поднимается очень высоко в космос. И там следующая ступень, я уж не помню, какая она, но отходит, и это уже очень высоко, но все равно Земля притягивает эту ступень. Ступень эта сгорает. И все эти все продукты горения, конечно, летят к нам на Землю, потому что они просто притягиваются. Но это такой экскурс в прошлое. Но сейчас практически ничего не изменилось. Так вот, сейчас запускается масса всяких разнообразных спутников. Спутниковое телевидение, спутниковые там телефоны. Это самое такое безобидное. И некоторые спутники летают для того, чтобы у них была энергия. Это солнечные батареи. Они используют солнечные батареи. А военные спутники используют ядерные реакторы. Какие-то спутники поднимаются на 200 километров выше. Какие-то спутники, когда падают, сгорают в атмосфере. И все это летит к нам на Землю. По-моему, самая грязная промышленность – это у нас выпуск нашей одежды, изготовление тканей. Вы даже не представляете, как мы загрязняем нашу планету. Химические комбинаты, разнообразные шахты, разнообразные мусоросжигательные заводы. Это все летит в атмосферу Земли. И вот представьте, что Земля у нас маленький-маленький шарик, где все сбалансировано, где есть ветер, дождь, снег, разные погодные условия, но он кругленький. И ветер идет по кругу шарика нашего. Еще очень токсичный химикат, когда разгоняют облака для парадов. О кислотных дождях, наверное, знают все. И если где-то что-то случилось, будь то сгорела ступень ракеты, пусть то какая-то экологическая катастрофа, Фукусиму знают, наверное, все,
то, поверьте мне, досталось это всем. И вот этот дождь, который у нас пролился, мы не знаем, где поднялись эти облака, где они прошли и что с собой эти облака захватили в атмосфере. И где, в каком месте это прольется, хорошее, плохое, ну все, что было в воздухе, дождик может захватить с собой. И сейчас вы можете мне задать такой вопрос. А как же в природе живут орхидеи? Вот экологи очень много сейчас рассказывают о том, что погибает очень много орхидей от каких-то кислотных дождей. Просто, ну я не говорю, что все абсолютно, конечно, но очень много гибнет орхидей. Я не говорю о том, что вырубаются леса Амазонки. И от этого, ну, просто погибает количество, большое, огромное количество орхидей. Ну и дождик тоже способствует гибели орхидей. Даже в природе. Мы уже не говорим о наших гибридах. Это не природники, это гибриды. И, конечно, никакого дождя они никогда не видели, выращенные сначала в пробирках, в специальной такой жидкой среде, в которой они могут прорасти. Потом их выращивают вот такие маленькие во фласках и тоже в питательных растворах. Потом сажают маленькие торфяные стаканчики. И все, и производитель их начинает поливать. Какой он водой поливает, мы с вами не узнаем никогда, но явно не дождевой. Если вы решились поливать дождевой водой, знайте о том, что состав дождевой воды может быть каждый раз абсолютно разный. Что захватят с собой облака, мы с вами не представляем. Поэтому, если вы поливаете такой водой, во-первых, ее нужно обязательно отстаивать. Ну, это первое условие. Я не говорю, что нужно обязательно кипятить. Но, может быть, и нужно. Вода дождевая, она действительно мягкая. Но примесей в ней может быть великое множество. И если вы начали поливать, и вдруг заметили, что корни ваших орхидей, сейчас покажу на примере. Вот есть орхидейка панда. Вот она растит у меня корни. Вот они зелененькие, без налета. А вот эти корешки в горшке, вот это ее старые корни, с которыми я покупала. Видите налет коричневый? Вот если после полива дождевой водой на ваших орхидеях появился вот такой налет, то знайте, эта вода не подходит вашим орхидеям. То есть просто хорошо подумайте, стоит ли это делать или не стоит. Вот еще маленький пример. Вот корень от поставщика. Тоже с каким-то налетом. И посмотрите, из самого краешка корня растет молодой корень, и вот здесь тоже появились маленькие зеленые корешки. А мои орхидейки, которые я поливаю только водой из обратного осмоса, как всегда, растят зеленые. Но так как на них сейчас высох шевеломен, они серые, но прекрасные корни, без какого бы то ни было налета. Ну, я думаю, что предупрежден, значит вооружен. Вы просто будете знать, что если на корнях ваших орхидей появился какой-то налет, значит что-то с водой не так. Просто наблюдайте за вашими орхидеями. Еще был такой вопрос, можно ли подкислить воду. Но я бы не стала этого делать, потому что вы можете сильно закислить грунт, а орхидеи это не нужно. Ну, вы же знаете, что с лимонной кислотой лучше промывать стиральную машину от налета. Но никак не поливать орхидеи. Потому что, опять же, дозировку лимонной кислоты сделать невозможно. Если вы думаете, что лимонная кислота, которая продается в пакетике, это природная лимонная кислота, то абсолютно нет. Лимонная кислота, когда вы выжали лимон. А это все химическая кислота. Лимонная, но химическая. Поэтому
я бы не стала тоже этого делать. Ну, вот такой небольшой рассказ о дождевой воде. Думайте и решайте, поливать или нет. А на сегодня все. До новых встреч. Увидимся на канале.